Студенты с УрГПУ едут покорять Москву. Молодые журналисты вышли в финал всероссийского конкурса среди молодежных редакций «Университи-2017». Пилотный выпуск программы «Искусство есть», с которым девушки обошли десятки конкурентов, представляет собой кулинарную битву между преподавателем вуза и студентом под присмотром профессионального шеф-повара. Автор программы, корреспондент «Сургут-Интерновостей» Виктория Дрягина, рассказала, что участников состязания выбирали долго и тщательно с помощью голосования всех представителей СУРГПУ. На реализацию 23-минутной программы студенческим пресс-центром университета «Наш формат» не было потрачено ни рубля. Что делать? Алексей Владимирович, опускай, я аккуратно и плавно. Я боюсь. Не бойся, опускай. Давай, 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 давай. Вау, а чего она так сильно кипит? Перекалила масло. Ну ничего страшного, оно видишь, через я говорю. Через сколько? Считай до 30. 1, 2, 3, 4. Мы очень благодарны тем, кто безвозмездно поддержал инициативу молодых студентов. Для нас было важно создать продукт, которого еще не было в студенческой среде, подобной формы и подобного жанра. И, конечно же, главное было показать возможности студентов с РГПУ.